Привет, друзья! Сегодня очередной день наших путешествий. Мы решили поехать поискать новый какой-то пляж. Вот проехали сейчас Майнам. Поворачиваем. Написано Pad Thai on the beach. Pad Thai on the beach, 150 метров. Вот посмотрите, какая дорога туда идет. Мы очень любопытны и нам хочется посмотреть, что же там такое. Поехали! Смотрите, бунгаловы тут какие у них. Ну, очень простенькие. Я думаю, что они не будут дорогие. Тут вот что-то дерево какое-то упало прямо на дороге. Бассейн. Бассейн был, но сухой. Пойдем посмотрим, что тут у них есть. О, смотрите, тут живой даже бассейн есть. Люди купаются вон с детьми. А тут что-то сгорело. Сгорела школа, говорит. Чего-чего? Школа, говорю, сгорела. Чего-чего? Век бы слушал, говорит, да? Не, ну тут, мне кажется, не наш пляж. Тут его и практически нет. О, смотрите. Пляжа тут практически нет. Ну, вода чистая. Вода чистая. Но это на любителя красиво. Очень красиво. Вон кусочки есть даже, где можно полежать. Красиво. Немножко водорослей. Ну, тут вся береговая линия, наверное, такая. Посмотрите. Купаются даже люди. Камни везде, видать, тут волны иногда бывают. Ну вот так. Кому нравится, приезжайте. Это за Майнамом. Сюда сразу проедете. Следующий отрезок пляжа. Вот так тут выглядит земля. Бунгаловы стоят. Есть бассейн. Open U Pad Thai функции бат. 50 бат стоит. Saint Lounge. Не знаю, что тут стоит 50 бат. Что-то за что-то они хотят. 50 бат. Ну тут не совсем то, что нам нужно. Вот, вот этот остров Копанган. Вчера мы там были на нем. Вчера было очень сильный ветер и были большущие волны. Сегодня, похоже, волн нет. Сегодня все хорошо. Я посмотрел по мэпсу. Мы находимся в Хат Бангкор. Бангкор. По мэпсу можно смотреть. Бреце Бич Бунгалов. Ну, там дальше вон есть какие-то маленькие пляжные зоны. Мы, кстати, заехали в один, нас не пустили. Только отель гесты туда. Ветерок, чувствуете? Слышно, да, громко? Ветерок. Так, вот, ребятки, друзья, товарищи, коммерсанты, посмотрите, как тут растут плоды. Вот сколько их много. Первый раз я вижу, что они растут на ветке, не на основном дереве. На основном, конечно, стволе их много тоже. Посмотрите, вот их. Гроздьями они свисают. Ну, вон еще. Вот, богатый будет урожай. Хорошее дерево, полезное. А внизу кокосы валяются, как грязи. Посмотрите, они уже все высохли. Не знаю, они тут. Кокосы у них, они как камни валяются. Вот так, обратите ваше внимание. С голоду тут не помрете, можно потихоньку кушать. Вон, если видите, везде растут пальмы большущие. И все в кокосах они. Все усеяны в кокосах. Вот на этих уже кокосов нет, видать, они уже упали. А вот тут вот кокосы. Много. Мы поедем дальше. Нас тут пляж не устроил. Поедем дальше. Собрались уже отъезжать и посмотрели, вот смотрите, какое дерево громадное, оно вообще ужас, какое оно большое.
Вот это дерево, всем деревом дерев. И эвкалипт какой-то громадный. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну вот так, тут и такое встречается. Посмотрите, оцените. Да? А мы едем дальше. Ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь на мой канал Always Travel. Благодарю всех за просмотры. Поехали. Друзья, ездили мы, ездили. И приехали опять на это же место. Посмотрите, какие цветочки. Главное, листьев нет, пару листиков, а цветочки отпад. Красота. Ляпотища, красотища. Прекрасный сегодня денек, светит солнце. Всем огромный привет. Привет, друзья. Приветствую вас с острова Ко Самуи в Таиланде. Нахожусь на пляже Майнам. Дует небольшой ветерок. Создает небольшие волны. Но чувствуешь себя все равно вполне комфортно. Народу тут немного. Я считаю, что в этом году туристов немного. Не знаю, какие причины. Вероятно, что бат стал дороже. Бат стал крепкий по направлению к другим валютам, валютным парам. Он стал очень сильным. И поэтому при обмене вы получаете меньше бат, чем раньше. Если, например, в 2004 году я получал за 1 евро 50 бат, то теперь получаю всего 33 бат. Представляете, практически почти в два раза. Ну, не в два раза, но очень весомая разница. Немножко подросли цены, и количество туристов уменьшилось. Наверняка произошли перегруппировки туристов в других направлениях. Но тем не менее, люди сюда едут, отдыхают, чувствуют себя тут комфортно. Сегодня у нас 4 февраля 2020 года. Сзади меня находится остров Капанган. Мы вчера там были. Вчера было больше облачно, больше туч. Но в основном все протекает позитивно, с настроением, от души. Взяли байк, катаемся. Посмотрите, вот тут на берегу Майнам отличительная особенность, что тут находится очень много частных бунгалов, в которых вы можете остановиться. Посмотрите на эти пальмы роскошные. Вы можете тут сделать массаж, отдохнуть. Слева меня находится пирс. Оттуда отходят лодки, частные катера, куда вы хотите. Вон в том направлении находится Биг Будда. Оттуда отправляется большой теплоход. Расписание я поставил в своем видео, когда вы оттуда можете отъехать на Капанган. Там еще есть въезд на пляж Майнам. Оттуда отходят катера. Катера вот, он должен быть здесь. В этом направлении. Вон, по-моему, если вы видите такую желтую крышу от здания. Оттуда отходит тоже частная лодка. Она недорого стоит. 200 до Хардрина. Хардрин — это первый пирс. Вот здесь он прям находится, на этой стороне. Вот между этими небольшими холмами с правой стороны. Тут находится Хардрин порт. И на этой лодке преимущество, что вы можете дальше по побережью на 100 бат больше оплатите и попадете на другие пляжи, которые практически недоступны в автомобильном транспортном. Такси туда не ездят, неохотно ездят, потому что им нужно объехать весь остров, чтобы попасть на эти пляжи. А на лодке вы туда прекрасно попадете.
какая тут идиллия. Чистый песочек. Ну, не совсем мелкий, такой средненький, но приятный. При ходьбе сзади приятное море. Остров Капанган сзади. Ну, совсем он скрылся. А нет, вот он. Вот он. Здесь. О, песочек горячий, даже в теньке. А вы посмотрите на эти бунгалов. Круто, да? Круто. Можете покупаться в бассейне здесь, но не для всех, для гостей отеля. Идиллия. Море, пальмы, бассейн. Какое кофе, посмотрите. Обалдеть. Классно, да? Посмотрите, принесли Сингабир. Оригинал Сингабир. Упаковочки в такой, чтобы оно не нагревалось. Принесли Хайнекен. Стаканчик. Вот, сейчас нальем туда, он со льдом. Посмотрите, как классно. На жаре вообще хорошо идет так. Пиво со льдом. Никогда дома, конечно, не пил такое. Но тут, когда жарко, утоляет жажду. Прекрасно, просто прекрасно. За наше здоровье, ребятки. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. Все для вас. Снимаем красоту эту. Заказал смузи на пляж. Гемишт. Вот они, мешаные. Они привезли такое. Знаете, больше арбуза. По-моему, один арбуз. Вот гемишт лучше не заказывать. Лучше манго. Вкуснее. Вот такой специально попросили в Бехере, чтобы на пляж можно с собой взять. Ну, лучше, чем ничего. Ну, посмотрите на море. Там он выглядывает, остров Капанган. Прекрасный пляж Майнам, прекрасный вид. Можно тут расслабляться, ребятки. Приезжайте сюда, советую. Да, ребятки, тут, конечно, идиллия. Поют птички райские, голосистые. Сзади меня вы видите, какие пейзажи. Остров Коа Самуи, Сиамский залив. Просто идиллия. Для отдыха. Пальмы, бассейн, бунгало. Все для частного отдыха, все для расслабона.